20 сельских дорог построят в этом году в Алтайском крае. Деньги на это выделят как из федерального, так и из регионального бюджетов. Уже сейчас идет работа в селе Прыганка Крутихинского района. Строители уложили земельный слой, следующий этап – засыпка участка щебнем. На протяжении всей дороги установят фонари, водопропускные трубы, а в домах – шумоизоляционные окна. Дорога будет подведена к школе и зданию, в котором размещены детский сад, сельская администрация и амбулатория. Здесь же оборудуют тротуар. Весь проект обойдется в 45 миллионов рублей. Где подрядчик работает усиленно, две организации, ДСУ-12, ДСУ-5. И до 1 октября мы объект сдадим. Это по-любому, ну а возле школы постараемся сделать, конечно, вперед, чтобы дети могли 1 сентября встретить достойно.